Смотри, Машка, на тебя житель, короче, смотрит. А что ему от меня нужно? Отвернулся. Машка, лови! А? Это что такое? Ты что? А, ты что? Что это? Маш... Что это такое, Женя? Немножечко подпёхнуло, так скажем. Машка, это, смотри, это такая-то радость. Какая радость? Ты мне этим чуть ли не кекнул. Реально, сколько сердечек осталось? Реально, 5. Ха-ха-ха, нифига. Смотри, хэппи, хэппи, хэппи. Тут-тут-тут-тут-тут. Вам хана потом. Вот попадет у вас такое, и вам вот такой хэппи будет, что мало не покажется. Хэппи, хэппи, хэппи. А для чего это вообще? Я не знаю, Машка, просто устраивать шоу. В общем, ребята, у нас сейчас будет, короче, сиреноголовый. Так, короче, пошлите быстренько сейчас посмотрим, что у нас есть у склад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Машка, посмотри, какой склад. И у Машки тут тоже. Ой, ну чтобы все это сейчас показали и посмотрели, прямо сейчас нужно поставить лайк, подписаться на канал. Обязательно прожимайте колокольчик. И вопросик дня. Вы верите в зомби-апокалипсис, что он бы начался? Пам-пам-пам. Вот я верю, я боюсь зомби. Ну слушай, да, Машка, после всего, что происходит в мире, я поверю во все, что угодно. Ребята, пишите комментарии, а вы бы поверили в зомби-апокалипсис? И да. Мы начинаем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, все, Машка, пошли, короче, проверять пушечки. Тут, короче, смотрите, офигеть, сколько пушек, Машка. Я не знаю, мы это вообще все унесем, нет? Мне кажется, что у нас не хватит места в инвентаре. Ну, место в натуре. Так, берем тогда часть, короче, пушек пока что. Сейчас давай проверим вообще из них, возьмем самые, типа, крутецкие. Крутецкие? А какую ты берешь? Самую крутецкую? Ну, мы сейчас проверим вообще все, Машка, а там... Я пока беру только патрончики, патрончики. Берем, короче, тут тоже патрончики. Офигеть, Машка. Ты взяла там? Конечно. Офигеть, Машка. Тут жесть. Так, слушай, давай-ка, знаешь что, мы оденем, короче, на всякий случай сразу броню. Я знаю, чего нам не хватает. Ну-ка, Машка. Еды. А, надо будет набрать. Так, Машка, смотри. Смотри, какая у меня штука есть. Ну-ка, сейчас проверим. Ну-ка. Воу! Что это такое? А у меня такого нету. Машка, хочешь, да, смотри, да, посмотри. Это вообще круто. Смотри, сейчас Машка хитман будет. Да, места нету. Машка, давай. Ну-ка. Сейчас. Смотри, одевает, ну-ка. Ну-ка. О-о-о! Круто, да? Я похожа на человека-муравья теперь. Офигеть, Машка. Все, давай их снимай. Да не, они мне не нужны, короче. Я их положу обратно. Чисто по приколу, что чисто попонтоваться, чисто попонтоваться. Так, ребят. Выглядит красиво. Красиво, так, мне срочно нужна еда. А смотри, Машка, что еще есть, короче, смотри. Сэр. Сэр. Вам, сэр, вам хана. Шляпы. Ой, Машка! Я не думал, что тебя с одного этого. Индюк тоже не думал и в суп попал. Ну, Машка, извиняйся. Телепортируйся, Машка. Офигеть, Машку сбрили просто вообще. Так, спаунпоинт тут ставим. Давай, Машка. Смотри, короче, что есть, ребят, рассказывай. Обычный калаш есть, мы сейчас пойдем ловить сиреноголового. Есть, короче, золотой калаш. Вообще. Есть, короче, я не знаю, АК-47. Ой. Есть золотой такой же, я не знаю, чем он отличается. Есть АВП. Офигеть, Машка, ну слушай, он ой, прям... у меня какой-то РПК есть какой-то. РПК? Я набрала какой-то РПК, вот. Есть вот. Потом, о, хороший, есть, Машка, смотри, просто какой-то дробогашич, но он плохой. Есть, короче, смотри, железный пистол. Есть золотой. Есть, это короче, незер. Золотые пистолы, как, знаешь, какие-то пистолы админа, короче. Да-да-да, Машка, ну-ка возьми в руку. А я, у меня не вместилось. У меня только такие вместились. Ну ладно. Ну вообще я могу взять, чтобы вместилось. Подожди, давай. Какой золотой взять? Давай, давай, Машка, ну-ка. Все, ребят, мы сейчас вооружаемся. Короче, я сейчас возьму, знаешь, самое крутое. Пока я выкладываю акашечки, я, короче, знаешь что, я вооружусь золотыми пока что акашечками. Если они кончатся, я прибегу и возьму обычные. Ну да, так и нужно сделать. АВП я тоже выложу, дробогаш я пока выложу. Пестолы тоже выложу, оставлю золотые и незер. Не, я взяла, короче, наверное, все-таки какие-то такие прикольные пушечки. Пистолы я не беру. Пистолы так, я возьму незер какую-то красную штуку, возьму RX, возьму зеленую.
и возьму базукич. Все, Машка, пошли. Незер какая-то штука, ничего. Смотри, иди сюда, иди сюда. Смотри. Во-во-во, только Машка, им осторожнее, Машка. Да я вообще не трогаю, я смотри, я вот это. Вообще, да, смотри. Ой, ничего себе. Красным, есть, короче, быстрее белым. Круто, а я с золотым. И есть еще зеленый, я не знаю, что это такое, смотрите, ребята. Это пулемет, наверное. О! Кислотой. Ой, это токсин, что ли? Это токсин. И, кстати, еще гренки есть. Смотрите, ребята, идемте сюда. Сейчас покажу, Машка, и пойдем против, короче, этого. Скажи мне. А ты эти гранатки брал? Брал, брал. Смотри, 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 Машка, смотри. Машка! Да-да-да, я тоже хочу себе такую пушку. Смотри. На! Кислотно. Оно так реалистично отскакивает, прикольно. Кстати, да, Машка, все, возьмем реалистичный гренок. Я возьму себе, знаешь, что вот эту вот пушечку, вот так, во, которая у тебя назритовая. Так, и нам надо еду, все, Машка, сейчас забираем еду и отправляемся на встречу приключениям. Давай. Машка, загружаемся едой. Давай, мне как раз кушать хочется, а то этот. Все, вот она еда, все, сюда еда. Вооружаемся, Машка, все вооружена. Все, пошли на разведку, ребята, мы отправляемся на разведку местности. Офигеть, вообще вооружены. На самую настоящую разведку, ребят, если кто не понял. Давай, Машка. О, хорош. Все, пошли, сейчас испытаем пушки на зомбарях и будем искать этого сиреноголового. О, сиреноголовый, наверное, будет большой и страшный. Машка, он очень опасный. Буду сейчас проверим вот эту пушечку. Хорош. А чем это она стреляет? А вот тебе, Машка, скажи, это шелдиками, шелдиками. А, ну так мне интересно же. Так, все, идем, короче, Машка, проверяем. Пока никого нет. Блин, я хочу. Мне так нравится туман. Туман. Такой загадочный, страшный. Тихо, Машка, аккуратно. Что там? Что ты нашел? Ты слышишь? Шаги. Шаги? Какие шаги? Где-то из леса, Машка, аккуратнее будь. Шаги из леса. Так, мне уже страшно. Идем сюда, Машка. Мы чисто, короче, с тобой как егери, как охотники. Чисто так. Самые настоящие охотники. Чисто, Машка, выявляем, аккуратно проверяем. Ребята... Так прикольно, когда на шифт садишься, там такой прицел появляется. Так, курица. Ладно, курица нормально. Курица прямо по курсу. О! А я проверял. Чего? Вон, зомбари, все, идем проверять. Пошли, Машка. Давай, давай, сюда. Давай, давай. На, да. Ой, смотри, что. Золото. Золото. Ой, ты че? Офигеть, Машка, забираю. А, это если из золота это гасишь. Ой, еще, Женя, еще. Ой. Если, короче, из золота, да. Если из золота, Машка, гасишь, то с них выпадает золото. И только золотыми, видимо, объектами. Ой. Кто-то идет? Я проверял. А ну-ка, Машка, сядь на шифт, я посмотрю, как ты со стороны смотришь. О, хорош. Во. Хорош, Машка. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, все, идем. Опа-опа, зомбарь. Ай, перезарядочка! Ой. Хорош, ой, Машка, прикрыла. Прикрыл. Они так появляются неожиданно. Неожиданно. Ой, смотри, под деревней находится, смотри, нечто. Ой, смотри, там, видишь, зомбарь одежку скушал. Я вижу, ой, Машка. Ой, а как его этот? За овечку отомстить. Сейчас, Машка. А по где он? Вон они прыгают, вон они. Вон, внизу. А я не... Подожди, чего? На! Просто я их навернул, Машка. А-а-а! Так мне там не было видно. Машка, короче, что-то слепень. Так, все, Машка, сейчас будем выявлять сиреноголового. И если что, Машка, это будет самый жесткий бой за всю историю вообще Майнкрафта. Машка, ты где? Машка, иди сюда! Я тут, а ты где? Я в дереве, у меня зомби ищут. А ты где? Я в тумане потерялась. Я тебя прикрываю, Машка. Ты куда пропала там? Где ты? Я где? около деревни, Машка. Мы же рядом около были. Около деревни уже? Ёкарный бабай, Машка, ты чё, с ума сошла? А вон я. Ты. На тебе, на. Да ты чё? Машку это зафигачили. Ну, Машка, потому что теряй. Потерялась я. Телепортируйся. У меня проблемы с этой. Машка, не теряйся. Машка, ты где-то. Машка, потеряшка, если что, у меня проблемы. Это правда, с ориентиром, да. Давай, телепортируйся. С ориентиром проблема. Да, Машка. Телепортируйся, я загасила, меня еще телепортируйся. Давай. Все, Машка, сейчас будем искать сиреньку. Сиреньку ищем. Сиреньку. Машка, ты слышишь? Какие-то шаги были. Что-то слышу. Машка! Это что такое, Женя? Это сиреноголовый, ёкарный бабай, гаси! А ну нет, тикай, Машка! Там вообще жесть! Он бушует! Я звучу, когда от него убегаю! Офигеть, давайте его рассмотрим! Смотри, офигеть, бомбанул! Что он творит? Он же сейчас все разрушит!
О-о, ты чё, кажется, это... он нас увидел, нет? Фиг, он за жителем идет, смотри, офигеть, голема с... против голема. Голем сразу разрушился. На! Офигеть, смотри. Офигеть, с голем голема его бьет. Большой, страшный. Хорош, хорош, хорош. О, нифига себе разносит. Но голем держится. Машка, смотрим. Мы сейчас наблюдаем. На! Офигеть. Ой. Машка. Ой, ну он что-то это... Ты слышишь, он что-то... Ой. Офигеть, он его накрывает. Сюда, сюда, тикаем, Машка! Он нас видит! Тикай, 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 тикай! Как это вообще победить, ты знаешь вообще? Просто его га... Машка, тикаю, тикаю, тикаю! Мне слишком страшно, ой, чё он? Чё ты присел? Я не знаю, Машка. Ой. Кажется, он разозлился. Ой. Так. Вау, нифига он там разносит. Так, он на нас или не знаю? Я не знаю. Офигеть, жители сидят. Прямое попадание, Вашка. Так, отбегаем в лес, отбегаем в лес, в лес, в лес, Вашка. Надо в лес уходить, потому что он за нами бежит. Ой, как земля трясется под ногами. Так, прыгай сюда, Вашка, ёкарный бабай. Да иду я. Он прям здесь, Вашка, тикай, 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 тикай. Куда? Тикай, наверх, 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 Машка, да сюда. Какой наверх? Меня зомби скинуло. Машка, тебя навернули, что ли? Меня навернули. Ты знаешь, как он наворачивает? О, я знаю. Он берет в руки, короче, и кидает тебя об землю. Офигеть, Машка, так, я тут пытаюсь... Я, короче, в пещеру убегаю, Машка. Я сейчас к тебе телепортируюсь, как безопасно. Давай, 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 давай. Ой, тут столько зомбарей еще. Ёкарный бабай, я бегу куда-то в пещеру, Машка. Я уже тут, я тут, пофигу, бежим, бежим, Машка. Офигеть, он нас навернул, Машка. Офигеть. Как это вообще, его вообще возможно победить? Это же нереально, он слишком... Можно, Машка, бежим, короче, побеждать. Можно, если осторожно. Так, Машка, мы возродились. Где он? Он где-то под деревней прям находится. В пещере, да, он был? Наверное, он в той пещере остался. Ну, слушай, это шанс его победить, короче, Машка. Я считаю, у нас должно получиться. Надо взять прям тяжелую артиллерию. Тяжелую артиллерию, Машка. Чтобы мы сиреноголового вот точно победили. Потому что, ну, он очень мощный, ребят. Я бы такого, не знаю, ночью не спала бы. Так, он где-то там должен быть, Машка. Где-то там. Так, аккуратненько. Так, я пока его не... Вон он идет. Слышишь? Да, слышу, я шаги слышу. Так, эндермен там. Он его что ли стукнет, или это ты, эндермен? Это я. Так, я его пока не вижу. Может мне как приманкой быть? Давай, Машка, иди приманивай, и потом сразу... И потом если что, сразу телепортируй сюда. Если я успею... Ой, меня скинул эндермен, ёкарный бабай! Я к тебе телепортируюсь, Машка. Давай, тэпайся. Он этот, на меня сагрился, вон он. Эндерменыч, блин! Ёкарный бабай. А чё эндермен такой-то жесткий, ты чё? О-о, Машка, осторожней. Где ты видела этого сиренку? Да, вон там стоит, внутри в пещере. Так, идем за ним. Сначала зомбарей раскладываем. Ой, смотри, у него глаза красным светятся. Офигеть, Машка, реально. Круто. Проходим. Эй, вот он. Вот он. Гаси, Машка, его, гаси. Гашу. Так, перезарядочка, отбегаем. Машка, тикаем. Нет, не бей меня, пожалуйста, я не вкусная, не кушай меня, пожалуйста. Машка, забираемся выше. Я этот невкусная, вон он стоит, он там встал. Отлично, Машка. Так, он идет? Не идет. Не идет? Забирайся тогда выше, Машка, забирайся. Как-то так пропаркурил-то ты что? Мастер паркура, что ли? Конечно, Машка. Так, сейчас надо... А мне не получается так пропаркурить. Машка, пытайся. Так, здесь сейчас прокопаем. Да хорош. Ты чё, меня зомби зажали с TNT? Да так, Машка, сейчас, помогу. Это помощь, да? Это помощь называется, да? Машка, ну как это? Это помощь. Понятно, вот так вот помогают. Машка, тихо. Машка, так, аккуратно, здесь залазим сюда. Давай, копаемся, офигеть, это жесть. Слушайте, мне кажется, ребята, это самое хардкорное выживание, которое у нас когда-либо было. Мне тоже так кажется, самое главное, оно... Машка, что там? Такое? Да зомби на меня упало с воздуха. Нифига. Так, здесь, Машка, аккуратно. Так, где он? Куда он пропал? Там был внутри. Иди, Машка, его примани, короче. А зачем я забиралась тогда? Ой, тут зомбари. Ну
Ну что, ты готов? Я это... Примерно. Давай, 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 пошла, Машка. А куда он? Ты чё, алё, Он уходит? Он там, короче, сидит, сейчас его приманивает. Давай, Машка, гаси и приманивай. Прямо его выведи, чтобы мы прям над ним были. Я тебя прикрываю, не Машка. Не реагирует. Алё. Алё. Не реагирует, Машка? Он на меня не реагирует. Гаси тогда его. Что, глухой, что ли? А попробуй. Алё. Ты чё? Он реально, он просто стоит. Реально? Да, он просто стоит. Ой, Машка! Он не просто стоит. Не, он не на меня, он просто, этот, он просто, ну, встал, идеально, прикол, я не вру, он реально стоит там, может, попробуем его загасить? Ты думаешь? Ага, ну-ка, подожди-ка, оп! Ты думаешь, можно? Так, клиперы всякие. Так, а как ты спрыгнула, Машка? Просто спрыгнула. Урон не получила? Давай, я иду, я иду. Я иду, Машка, прикрывая, короче. Прикрывай, прикрывай, прикрывай. Машка, я нечаянно. А, это ты был? О-о. Что-то он там бушует, Машка. Он почему-то на нас не реагирует. Давай, гаси, гаси, да, да, гаси тогда его. Давай, давай, да. А он застрял, Машка. Гаси тогда его, гаси. Мне кажется, он какой-то бессмертный. Ой. Не-не-не-не. Фига. Упал? Упал, отжался. Хорош, Машка, гаси его. Я как настоящий снупер какой-то. Ой, нифига тут. Там бьет зомбари сзади. Все, Машка. Нормально у нас? Мы его заманили, мы его заманили. Давай, гаси его. Давай, 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 давай. Так, я беру красную штуку. Машка, у него где-то 3000 жизни. Я его просто колбашу, колбашу. Так, я тоже красную штучку возьму, перезарядочка. Так. Так, попробуем. Это красная штука. Опа. Попали, попали в него, нет? Что с ним? Ой, нифига, он ультует, он ультует, Машка. Это ульта. Все, кажется, тихо, тихо, Машка. Гаси его прямо сейчас, давай. Давай, 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 на-на-на. Пожалуйста, упади. Упади, упади. Опа, кажется, все, Машка, тихо. Нет, нет, не все. Пошли, пошли. Он очень живучий, давай еще, давай еще. Да я его прям наваливаю. Я тоже наваливаю. Ой. Он прям злится, Машка. Надо его наваливаем. О, все! Что получилось? Сюда, 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 Машка! Это опыт! Это опыт, смотри! Опыт? У меня уже 70! У меня тоже сейчас 80! Офигеть! У меня это 70 опыта! У меня 69! Ой, ты чё? Чё это было? Ты меня стукнул. Нет, я не стукал. А, это скелет, ё-моё! Я подумал, это сиреноголовый этот. Тут можно голову его забрать. Ну-ка, я взял голову. Голову забрал? Да, ну-ка, пошли посмотрим, что можно. Как трофей, что ли? Я не знаю, пойдем посмотрим, что можно с ней сделать. Давай. Ну-ка. Офигеть, ребят, ну-ка. Может быть, это как, знаешь, как яйцо призыва какое-то будет сейчас. Опа, ничего себе, тут у нас ждут. Перезарядочка. Ждут, ждут. Так, у меня-то перезарядка. Ну-ка, так, а ну отойти от меня. Отошли, подошли, ушли. Машка, хорош. Только я самый настоящий снайпер, я всех это... Вот, смотри, голова. О. Просто как, ну, трофей. Как трофей. Офигенский, а может, он кого-то, Машка. Может, он отталкивает кого-нибудь? Может, звук издает какой-нибудь? Нет, нет. Это просто голова. Стоит. Просто стоит. Я его даже одеть не могу, да. М-м? Офигенский, ну, да, прикольно, Машка? Слушай, у нас есть трофей, то, что мы победили сиреноголового. Офигеть, вот это жесткий бой. Пошли, вворачиваемся обратно в деревню, Машка. Ну, я это не было, знаю. Слушай, очень эпично. Жесткая битва? Мне, например, понравилось выживать, конечно. О! Но у меня, конечно, пару раз так, ну, об землю. Навернул, так скажем. Навернул. Так, вон там зомбари, зомбари. Так, охраняем. Так, моя перезарядочка. Ой, какая милая лошадка маленькая. Так, забираем золото. Офигеть, с них золото падает. У меня уже 37 золотых этих. Ой, тут еще, смотри. Так. Не подходите ко мне. Я супер крутая. Да мы вообще их разносим, Машка. Так, ну-ка. Никого нет? Все отлично. Да, мне показалось. Слушайте, ребят, ну это было эпично, что могу сказать. Мы просто расфигачили этого, как его называют, сиреноголового. Это было мега эпично. Кстати, сейчас покажем еще, кстати. Пошли, там еще у нас было в арсенале. Я думал, мы все истратим, а оказывается, вообще нет. Где кузница? Где кузница? Кузница? Вот она, вот она. Вот. Давайте, ребят, я вам сейчас покажу, короче, еще гренки. Там еще были греночки.
Раз мы тут как бы все победили, то можно и показать. Можно и побаловаться, когда победили. Когда одолели самое страшное существо в Майнкрафте, можно и отдохнуть немножечко, правильно? Ну это правильно, Машка, но это реально был вообще самый жесткий. Мне всё. Даже туман нравится, он такой подозрительный такой. Смотри, ой, Машка, что есть. Это что за звук? Револьер. Это что за звук был? Ой! Ничего себе! У меня такая анимация прикольная, когда ты этот... Смотри, есть, блин, короче, коктейль Молотова. Воу! Воу! Есть, короче, дымовуха. Ой! Посмотрите на эти частицы, ребята, они же офигенные. А, они крутые. Ой, Машка, дымовуха. Ничего не вижу, где я? И где я, Машка? Есть кислотная, есть кислотная. Закидываем чисто Машка там кислотой. А меня-то зачем? А, кстати, ой, отравление пошло, слушай. Жесткое? Да, у меня прям сердечки снимаются, и у меня прям травит, прям травит. Лови, Машка. Чё, ты чё, чё кидаешь? Ты чё это, что это? А чё, Машка! Якорный бабай! Упал, делаешь, что ли? Лови, говори. Ой! Машка! Всё нормально, да, всё хорошо. Машка! Нормально, а тебе весело, а мне не очень. Машка, тут твой позвоночник, смотри, да. Вот, все, короче, ребят. Давно новый надо было ставить. Короче, ребят, за такую крутую серию, не знаю, с вас обязательно лайк. Прикинь, обязательно, Машка. И подписочка, потому что это очень эпично было. Сейчас как это? А ну сдавайся, руки вверх. Машка, не надо. А если надо? Машка, дайте. Ну ты что делаешь? Ну все, все, все. В общем, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!